нейрофизиологи говорят, что человек просто запутанное животное, и что ощущение любви – это коктейль из феромонов, дофамина, окситоцина. Психологи с этим не соглашаются. Они говорят, что ощущение любви – это нечто большее, чем сумма ее составляющих – психических, социальных и так далее. Философы ни с кем не спорят, они говорят, что любовь – это путает человека и является причиной всех глупостей и всех открытий, которые человечество произошло. А вот как определяют любовь каббалисты? Каббалисты определяют любовь как высшую связь человека к всему, что находится вне его, которое делает человека подобным Творцу. Любовь – это средство уподобиться Творцу. Любовь – это то, что вне человека существует. В человеке ее никак нет. И поэтому никакие физиологи, психологи не могут ничего об этом знать. Они обо всем рассуждают только исходя из феромонов и прочих дел. Так что я говорю о том, что любовь – это единственное свойство Творца, которое нам дано, с помощью которого мы можем поднять себя с уровня животных на уровень человека. Человек – это вообще Адам. Адам – это от слова «эдаме», «подобный Творцу».